я зайду потом. Сейчас у Крымчанина пока. Стриму привет. Всем всех благ. Давай, спасибо. Успехов. Как успехи сегодня? Да, я только зашел. А, понятно. Ну ладно. Нет, нет. Я. Давай всех благ, успехов. Спасибо. А вдруг война с империалистическими хищниками? Пока еще нет. Никак еще нет. Ну, так, поклевки есть или мелкие? Ну, успешного улова, не буду мешать. Зайду попозже. Спасибо большое. Зайду попозже. Спасибо. Всех благ. Что такое? Ну ты же музыку крутишь, что такое? Я спрашиваю. Как канал называется ваш? Канал как называется? Да. А что, для чего? Посмотрите, интересно. Дядя Слава. Ну, можешь меня не троллить. Ты похож на дальневосточника, только чуть-чуть, только не он, конечно. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Привет первой и второй речке. А у меня нету канала. Привет первой и второй речке тогда. Раз музыку крутишь, значит есть. Привет первой и второй речке. Первой и второй речке Чуркину и Столетию. Давно я по Столетию не гулял. А вы сами откуда? Харьков. Так, у вас сейчас стрим идет? Нет, сейчас стрима не идет. Ну, вы говорите, что там товарищ там, привет, первой речки, Чуркин. Ну, это вам, вы же с Владивостока, или нет? Нет. А что вы взяли, что я с Владивостока? Ну, у меня написано так, откуда вы? А, расширенная чат-рулетка, да. Откуда? Ошибается. Ну, тогда пардон, тогда вы не... Это все знают жители Владивостока, то, что я перечислил. А откуда вы? Не, я в Владивостоке жил, я знаю эти районы. А, ну а что ж тогда не поняли? Я типа хотел немножко похвастаться знаниями, небольшими знаниями вашего города. Откуда вы? Ну, знаете, первую-вторую речку, это просто районы, и то их особо не знают, как первую-вторую речку. Ну, там по-другому название называется. Ну, на электричке называется первая речка, вторая речка. Но это электрички. Ну да. Ну а так где вы живете, в каком городе? Сейчас нахожусь в Москве. А вообще из какого города? А, ну, жил в Владивостоке, сейчас в Москве. Ну, в Москве, то есть приехали на заработки или в гости? Нет, сейчас пока здесь пожить. Потом в Питер собираюсь поехать. Ну, долго в Москве живете? Ну, недельку где-то. А, ну тогда не. У меня для москвичей есть свои вопросы на знание Москвы. Но раз в недельку, то. Не, да я Москву-то вообще толком не знаю, как я. Ну, был только на Красной площади и все, там, до магазина, там, свои дела, как говорится. Некогда гулять. Ну понятно. Ну ладно. Такая в рулетке на какие темы беседуете. Да, всякие разные. Вот песенку хорошую ставлю. Ну, я понял, да. Я вам тоже могу песенку поставить. Слушайте, сейчас момент. Но я думаю, она ничему не привязана. Ну, да и ваша ни к чему не привязана. Это ну, так... почему? Это... Ну, музыканты, смотрите. Смотрите, как музыканты вас сейчас натягивают. Да? Что это за песенка? Да хрен его знает, извиняюсь за мой французский. А вы в Канаде находитесь? Ну да, вам чтобы у вас стрим все-таки подказали все-таки вам? Нет, зрители. Просто я его сейчас прочитал. Что, в экстеншене что ли? Ну, программки есть такие разные. Ну я понял. Ну, экстеншен V1.6, я понимаю. Но я думал, вы раньше прочитали.
Стыдно не знать, дядя? Да не, я никогда не заморачивался. Я сперва с вами общался, как-то не заморачивался, откуда вы именно. А вот сейчас вот когда включили музыку, я думаю, блин, откуда человек? Стыдно не знать гимн России, вообще-то говоря. Вы включили непонятно что. Я вам включил нормально, у меня все слышно. Я вам еще раз включу. Музыка, понятно, что когда слова, так то тут и это я так проверяю, как человек узнает гимн России до 17-го года или нет. Вы что-то вообще в истории не шарите. Это гимн Российской империи. Может быть. Такие вещи надо знать. Если были слова, так там и спрашивать было бесполезно. Я специально без слов выбрал. Вот посмотрите у меня на канале. Наберите просто все гимны Российской империи. У меня там 5 серий. Потом гимны СССР есть. Современные российские гимны. Гимны Российской Республики при Керенском. А сравните гимны Украины. Какой? А в чем-то Украина? Слова именно. Ну, просто слова какие там выходят. Ну, там дурацкие, там дурацкие слова. Ну, вот. А если в гимне России там славят отечество, то есть свою родину, ну. А там убийство, ну, это потому, что мы понимаем. Если бы мы не понимали слова, так мы не обращали бы внимания. Ну вы запомнили, наберете в Ютубе все гимны Российской империи. Попадете на мой ролик. Будете знать хоть гимны, какие были в России в свое время. Ну, мои, как говорится, ошибки, что я не запомнил все, как говорится, гимны Российской Федерации. И особенно Советского Союза еще там тоже были. Ну понятно. Ну хорошо, ладно. Есть еще вопросы? А вы кого ищете? Ну кого? Кто попадется? Общаетесь? Ну общаюсь со мной. У меня были 140 диалогов. А вы кого знаете? Ну вот самый популярный, я так понимаю, ну как для себя. Дядя Слава. Ну, да, общался с дядей Славой пару раз, да. Ну у него такая тематика уголовная, это в основном. Ну почему? Люди, если да. Его не затрагивают, он общается нормально. И он тем более сейчас в последнее время откидывается, ну, от этого, он даже. Ну, уголовно я не имею в виду, что он грубо общается, он нормально общается. Тематика может быть криминальная, там на это самое. Вот, допустим, кто по жизни есть, он тоже нормально общается, но он общается именно там, как вести себя на зоне, например. Тоже популярный блогер, он у него. Почти столько же, сколько у дяди Славы. Но если я говорю уголовная тематика, иначе она плохая. Это для определенного контингента, кому интересно. Ну да. Ну вот. Но и то, он же всегда говорит, не надо там попадать туда, либо какие-то. Ну понятно, что он, не призывает туда попадать, естественно. Но он просто. Был против этого. Да, да. У дяди Славы уникальный контент, поэтому у него много подписчиков, что другой у него конкурентов нет. У него уже на Ютубе 1 700 000, да, кажется. У него нет, миллион 70 или. Ну, наверное, 70, да. Но миллион уже есть. Да, у него просто конкурентов по этой тематике нет, поэтому да, он так хорошо свое это дело, ну, ведет, в смысле, как монополист. А вот из тех, кто. Еще кого смотрите? Ну, как Колков сделал добровольно. Так, еще кого? Еще пройдемся по меньшему, как говорится, объему. Это, как они,
сейчас минутку зайду, забыл просто. Так, колхоз. Так. Сейчас минутку. Петя первый, может быть. А, да. У меня с ним много диалогов с Петей первым. Ну, это в темной комнате он сидит. Да, пацан молодой такой. Да. Так, сейчас тени, блин. У меня просто много подписок, на кого я смотрю. А вот с Питера парень, как же... Северный поток. Да, Северный поток. Тоже, ну, в принципе, культурно общается, блин, редко, когда его там подрывает, там, так сказать. Ну, да. А еще парнишка, ну, они два брата, вежливые люди. Вежливые люди, да. И еще пацанишка с ними в компании, там тоже, как же его, такой парень. Ну, грубо постоянно общается так. Адская рулетка. Да. Адская рулетка. Сам Биао из Крыма. Понятно. Ну да. Ну хорошо, ладно. Ну, то есть таких вот так наблюдаю, как говорится. Понятно. Как они общаются. Где-то что-то мне не нравится, конечно. Как они общаются. Ну, это. Опять же, это мое мнение. Они ведут свой стрим, как они считают нужным, так они и ведут, так же, как и вы. Ну, понятно. Ну, хорошо, кто-то видишь. Кто-то грубо. Да, у меня с большинством из них есть диалоги. Больше, всего, больше у меня всего с Мишей из Канады, где-то 18 диалогов есть. Было. А, с Канады, да. Вот мужичок такой взрослый, да, кажется? Ну, да. Ну, хорошо. Я его видел. Хорошо, ладно. И здесь, на этом перекрестке. Скоро, я сейчас у крымчанина. Крымчанин долго не стримит, в отличие от тебя. Потом к тебе зайду. Привет стриму. Давай, счастливо. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпо, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские — это какой, чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, Мишка, кто ли? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Вау. Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Только
40. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. С нашистской силой темною. С оранжевой чумой. Улица родная, и в небо дождь.